Необоснованно высокие тарифы должны быть уменьшены. На этой неделе президент Владимир Путин потребовал не допускать увеличения коммунальных платежей более чем на 6%. Заявление стало возможным благодаря массовому обращению из регионов и муниципалитетов. Бороться с тарифами в Северодвинске начали еще полгода назад, в сентябре, когда жители получили первые квитанции. Администрация города и Совет депутатов подготовили письма в правительство. Подробнее, что сейчас произошло. Рост тарифов не должен превышать 6% в год. А необоснованно высокие нормативы должны быть уменьшены. Об этом накануне заявил Владимир Путин. Совместные усилия северодвинских властей, а также реакция других регионов привели к тому, что вопрос дошел до депутатов Государственной Думы и лично президента. В сентябре месяце мы обратились в правительство Архангельской области, правительство Российской Федерации, Государственную Думу по вопросу нормативов. И вот сегодня решения, которые приняты президентом, я думаю, что они помогут все-таки данный вопрос разрешить. И будут приняты соответствующие решения, которые позволят снизить нормативы. Совет депутатов Северодвинска одним из первых поднял проблему нормативов и тарифов в Российской Федерации. Мы вот полгода уже боремся с этой проблемой. Президент услышал наши слова. Я надеюсь, что в ближайшее время будут приняты кардинальные меры по наведению порядка в системе ЖКХ. В обращении к правительству депутаты процитировали вопрос горожан, почему расходы на уборку подъезда сопоставимы с содержанием бассейна. В городском совете подчеркнули, невозможно все свалить на плечи населения. Только силами населения и только силами муниципальных властей с проблемами ветхого жилого фонда, там, ветхих сетей уже не справиться. И это необходимо изменить подходы именно на федеральном уровне. И вот эти усилия, когда мы объединились с другими городами, районами, когда нас услышали в Думе, все-таки, я думаю, повлияет на ситуацию. Незакрытыми остаются еще два вопроса. Возможно ли компенсировать затраты на общедомовые приборы, а также выровнять платежи по месяцам, чтобы каждый новый сезон квитанции, цитируя президента, не били обухом по голове. Теперь наши политики продолжают следить за ситуацией с нормативами и настаивать на снижении тарифов. Олег Савин, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска. Чего